Скорее, нет! Всем хай, с вами Юджин. И, извините, пожалуйста, я очень сильно хочу в туалет, поэтому жмусь, дайте я быстренько сгоняю, окей? О, боже мой, как хорошо. Простите, что вам пришлось это увидеть, но вот такой вот выпуск сегодня. Кто стучится? Что за... Что происходит? О, боже мой! Прорвало мой геморрой, блин! Щупальце вылезло. Вы в туалете на вечеринке 2008 года. Что? Это был тизер? Это просто меня предупредили, или это был мой сон, не понимаю. Однако выйти я отсюда уже не могу. Я потерял свой волшебный маркер. О, как водичка льется, какая милая. Мне нравится совмещение 3D и 2D графики. Собственно, да, я очень-очень хотел в туалет. Что это за плакат? Мы заботимся о наших клиентах. Покакал бы здесь снова. Вот такой вот отзыв клиента. 4,5 звезды поставил. А это что за Сквидвард? Вы видели этого человека? Этот человек военный преступник. Здесь могла бы быть ваша реклама. Реклама? В смысле? В смысле реклама? Ты что, туалет продажный? Как ты мог? Сюда пойдем? А, тут кажется кто-то есть. И должен подпрыгнуть, посмотреть. Я всегда так делаю в туалетах. Ладно, короче, мы все знаем, что нас ждет. Давайте просто встретимся с нашей судьбой. Сядем. Расслабимся. Закрыть дверь нужно. Окей, закрываем. Чептер 1. Рука. Но я вижу только две ноги пока что. Давайте. Надо расслабиться. Поймать дзен. Эй, чувак. У тебя там туалетной бумаги не осталось? Потому что здесь очень пусто. Смотрите, нажмите Си, чтобы кричать. А, плакать? Ну, написано, что плакать, но я думал, может быть, это еще и крик означает. Я заперся в туалете, чтобы поплакать. Можно было даже штаны не снимать. Но хотя, если кто-то посмотрит вниз, а у меня штаны не спущены, подумает, что это странный какой-то чувак. Хорошо, нам нужно подать... А, вот как подается. Надо дать ему в руку. Ну, я сверху. Нет, не получилось. Да вот тебе, забирай. Мне не нужна, я тут просто плачу, понимаешь? Так. Мы будем слушать, как он вытирает свою попку. А, мне что-то нет. Не покидай. Не покидай кабинку. Можно еще зазумить. Хорошо, я не буду покидать. Я буду плакать. Его не волнует, что я плачу. Ты что, не слышишь, как я плачу? А что, если я покину? Я слушался. Опа. Какого хрена? Куда дверь делась? Заставь его уйти. А, извините. Так, зум. Кого его заставить уйти? Этого чувака? Так, с тебя достаточно, ты уже вытерся. Что? Не показывая им. Намочи это. Хорошо, давайте намочим. Как мне намочить-то это? Вот, я думаю, достаточно намокло. Смотрите, вот сушитель. Вот здесь. Вот здесь. Они смотрят. В смысле? Прям впрямую смотрят? Нет, я что, штаны надел? Твою мать. Чептер 2. Вентиляция. Вон вентиляция. А ты что такое? Опа, нифига себе. Это можно использовать. Сейчас мы запечатлим тебя, дружище. И еще одна вот клевая фотка. Чисто от меня. А, на, забирай. Как мне тебе ее дать? Никак. Ладно, нужно просто вытащить отсюда... Убей его. Убить его? Чувака? Ладно, давайте убьем его. Так, правая кнопка, чтобы выдернуть кольцо. Оно сейчас убьется. Концовка 2 из 12. Вы убили себя. Попытка номер 2. Это мне нравится. Это очень креативная игра. Хорошо, мы сидим, плачем, и чувак снова просит туалетную бумагу. Да забирай. Дам ему грязную. Оп. Спасибо, не за что. Все, выходим. Тут сразу, оп. А это что такое? Я принадлежу мусорке. А это что такое? Какая-то присыпка? Нет, это напиток. Извините, что прерывали ваш геймплей. Но то, что вы сделали, может сломать демо. Возможно, уже сломало. Пожалуйста, не делайте это снова. Ты не можешь меня остановить. Скорей, нет! Да! Если мы сломали демо, тогда появляется щупальца.
О, последняя фотка на память. Концовка 6. Вас раздавило щупальца. Все загадки этого места будут неразрешимыми. А что если взять сразу эту присыпку? О! Смотрите, еще есть ёршик. Ёршик бери. Это что? Что такое? Это не то. А вот. Это то, что я... Это то, о чем я подумал? Слушай, ну если ты не хочешь брать, то хотя бы верни. Ладно, походу тебе нужна именно туалетная бумага. Он снова дал нам записку. Он как-то замешан во всем этом. Даже не факт, что он там есть на самом деле. Это призрак. Вот, хорошо, намокло. Ах ты ж. Окей, давайте теперь возьмем эту камеру и будем фоткать все подряд. Опа, я часы разбил. Извиняюсь. Чувак, ты видел, сколько ты там уже сидишь? Опять я сделал что-то не то. Окей, я понял. Все, я больше не буду так делать. И таким образом я себя спас. Хорошо, мне нужно слушаться обязательно. Значит, здесь мне говорят убить его. Ну, давайте послушаемся. Сейчас надо только встать нормально. Тихо, тихо. Вот, по идее, должна прямо упасть туда. Есть! Бам! Подохло! Вы убили вашего напарника. Теперь загадки этого места останутся неразрешенными. Концовка 4 из 12. А теперь смотрите, какой трюк. О-о-о-о, мы катаемся на баночке. А! Нет! Осторожней. Вот это я трюкач. Все, мы теперь летаем. А, нет! Осторожней, осторожней. Все будет хорошо. Продолжаем двигаться. У меня есть идейка. Во-первых, мы нашли этого человека, который указан здесь. Может быть, нужно его кинуть в этот писсуар? Будем считать, что нашли. Кстати, на этой фотке написано, что эта часть будет иметь больше смысла, когда игра выйдет полностью. Чёртовы часы, остановитесь! Итак, давайте элегантно вот так вот возьмем эту гранату. Нет, не ему в руку дадим, а положим сюда. После чего мы нарушим игру и вызовем щупальце. Я понял. Щупальце. Ага. Подохни! Подохни скорей! Есть! Нет? Нет, это все та же концовка. Попробуем просто дать ему гранату в руку. Может быть, это как-то нам поможет? Это то, что я думаю? Эй, попытайся взорвать эту стенку. Вот сюда. Какую стенку? Погоди, о какой стенке ты говоришь? Может быть, он имеет в виду эту стенку? Тут раньше была дверь, я помню. Ну хорошо, давайте. Оп, бросаем. Оп! Что? О! Просто представь, что тут дырка. И проход в пространство. Мы прошли. В пустое пространство. Мы зашли в вакуум. Смотрите-ка, еще одна граната появилась. Эй, там безопасно? Я не знаю. Пока меня никто не тронул. Ой, боже мой, где я? Мы прошли игру. А какая-то концовка? Какая-то концовка? Меня выкинуло из игры просто. Смотрите, try F, попробуйте F. О, я не такой тупой, как я думал. Нет, я такой тупой, как я думал. Вы убили себя, а теперь загадки этого места останутся неразрешенными. Но это концовка 1 из 12. Сижу, плачу. Какая-то рука тянется ко мне. Такая же мерзительная, как эта щупальца. В жопу это место. Вы ушли? Не уничтожив туалет, мне дали выйти. Я наобум это сделал. Концовка 0 из 12. Пожалуйста, не разрушайте туалеты. Может быть, тогда наш туалет грохнуть. Оп, уходим, уходим. Оп. Есть! Концовка номер 3. Этот туалет вас забанил. За то, что вы его уничтожили. Ладно, я уже кайфанул, и я думаю, напоследок нужно просто грохнуть нашего соседа. Блин! Ай, блин, при этом я получил концовку уничтожения туалета. Это две концовки в одной, понятно, игра? Игра чем-то напомнила мне Стэнли Парабла. Я жду
полноценную версию. Мне очень понравилось. Если ты тоже ждешь, ставь лайк, подписывайся на канал, вступай во все мои соцсети, и ссылки на них будут в описании. Ну а с вами был Евгений Туалетный Разрушитель. И всем пять!